Розжиг твердотопливного парового котла. Вот разжигают мешками. И вот первый котел. Вот это вот. Это вот второй котел. Они соединены между собой. Дальше вот пошли уходящие газы, труба. Котел в нормальном состоянии. Еще химию возьмем уходящих газов и по воде. Щелочность, кислород, ну и так далее. Соль содержание. Вот мешки кидают туда. Мати дай дай, мужика. Мати я. Ее, я пе, я лелу. А, не ога. А, ожага, чиле ожага. Там чалана, я чала. Дай, дай, дай. Зажигал? А, да, да. Дай, Ashita, hello, hello. Вот боковая сторона котла. Вот это вот передний фронт котла. Вот подача топлива. Человеком подается в саму топку котла. Вот коллектора, где свастика нарисована. Знак. Не разобрался, что это за знак. Ну, это вот так вот. Два нижних коллектора, вон один верхний коллектор правой. Подача воздуха. Вот подача воздуха. Через сквозняки снизу. И еще ряд фурм идет вот здесь. 8 штук вот от нее. Сейчас разжигаться будет. Ага. Ни бензинчиком не поливает, ничем, да? Так. Ну, чуть-чуть будет бензин, если есть, то они зальют. Если они нас найдут, то вот они нашли бензин. Ну, какой-то маслицу несут. Кстати, там отработка какая-то. अभी सबसे क्या छोटा छोटा चीज जलाते हैं सिगरेट ये देखिए दिमाग отключили, да? Да, да. Он сейчас как раз появился. Не подходит, आपको दे क्रॉस करवा दिए. Thank you.
сломанный. Ну, что-то показывает, передавил маляр. Он там дает нерабочий вот блок управления. Уровень, ну, уровень воды, короче. Как для номер два? Давление, смотрели, сколько было, что вы померили? Да, да, я замерил. Вот два привода мотора. Шнек дает топливо. Камеру номер один. Вот, сейчас должен включить его. Вот, пошел. Сейчас пошла в камеру топлива. Нарисую шелуха. Вот типа такого хрени. Вот. Котел разожгли, уходим на режим. Далее будем брать анализы уходящих газов на несколько режимов.